Парни Бэтмена заработали. Пойдем с нами. Парни Бэтмена и специальный корреспондент. Россия один. А это Бэтмобиль. Да, такого я еще не видел. Обычно УАЗики у нас. А тут Бэтмобиль. Это сильно. Подойду поближе. Потому что девушку меня зовут Ксюшечка, и она такая же вредная. Серьезный аппарат. Трофейный, я так понял, да? ЛНР. Жеки, ну так понимаю, здесь стратегическое место, перекресток, да? Одна дорога ведет на аэропорт. Да, так точно, тут до аэропорта совсем рядом. 3 километра и направо. Блокпост мобильный получается, значит, тут еще не все зачищено до конца, все может быть. Ну, тут еще очень сильно много не доминировано. Полно мин. Очень много мин, потому что идут, лезут в зеленку. Почему-то пытаются найти какой-нибудь пистолет, может быть, который укропы оставили, который заминирован, почему-то оказывается. Ну, как бы людям не объяснишь это. А им бы нажить что-нибудь взять. Это пистолет, чтобы продать. Ну, я не знаю. Каждый для своих целей. Кто-то может автомат хочет найти, но это нереально. Просто так бросили, не заминировали автомат, такого не бывает. Снимались они не сразу, постепенно, поэтому стоит оставили много подарков. Люди этого не понимают, я думаю. Ну все, на, теперь. У нас секундная готовность. Каждый можем за минуту собрать и переехать в другое место и там ждать, встречать людей. Также, если будут проскакивать, мы так же там заводимся и догоняем, и просто крошим, чтобы они ушли с нашей земли. Наша земля, мы ее не отдаем. Задавай вопрос. Как же так же? Но инцидентов не было, да? Тут нормально как бы. Да, или бывает. Инцидентов у нас вся война, инциденты. Если честно сказать. Не, конкретно здесь. И на этом блокпосту? Нет, сегодня не было. Сегодня не было. Сегодня, да? Потихо. Ну дай бог, чтобы не было вообще. Ну да, ну еще не вечер. Еще ну не понятно. Вечер. Еще не вечер, да. Думаете, остался кто-нибудь из них? Из них? Да. Да, недобитков хватает. Хватает. Переодевается в гражданку, пытается проскочить, кто он по полям шляется. Пытаются хоть что-то куда-то залазить людям в дома. Угу. Забирают гражданку, одеваются и начинают людей там и могут расстрелять, как бы они беспредельщики галимые. Конченые наркоманы просто. Тут есть спрятаться, наркоманы. Дачные массивы же огромные. Дачные массивы, да, они там шерстили, там суп тоже хватает. Зачищаем. Сейчас, конечно, уже суп посадим. Понятно, спасибо. Физики обычно засекреченные у нас. Ну, да. Не надо снимать, это будет, знаешь, как скажут, йо, у них уже физик ядерщик есть. Все, это все. Полная капитуляция. Yeah.